Лидеры российского рынка на World Food 2022. С одним из них мы поговорим прямо сейчас. Это Ольга Маслова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какую компанию представляете и о вашей продукции. Спасибо за такую возможность. Я основатель компании «Создавая себя». Компания о здоровом образе жизни, о модификации своего образа жизни. И одно из направлений – производство фитопродукции. Что-то добавите? Нет. Тогда расскажите о продуктах. Я знаю, что вчера проходил форум, было много награждаемых, и в числе их ваша компания. Расскажите, в какой номинации победили? Да, мы представляли в двух номинациях свои два продукта. Иммунный драйв и чага и кардицепс. Иммунный драйв мы участвовали в номинации чай и кофе. И чага и кардицепс, оздоровление, нутрициология. Вот в этом. Мы очень рады. Мы получили серебряную медаль и в одной и второй номинации. У нас две серебряных медали. В общем, такой результат для нас, для нашей молодой компании. Прям очень вдохновляющий. Ольга, вы сказали молодой компании. А сколько вы на рынке присутствуете? Первый год. Ой, здорово. Первый год и уже такой успех. Мы вас тоже поздравляем с данными наградами. Это очень здорово. А представительство и география вашей компании где находится? Я камчатский предприниматель. Головной офис у нас, естественно, в Петропавловске-Камчатском. Представитель есть в Москве и склад есть в Москве. То есть мы готовы двигаться и сейчас двигаемся и по Камчатке, и по Москве, и на Магадане. Ну, в общем, используем все возможности, продвигаемся. Ольга, вы впервые участвуете в такой крупной выставке? Да, да. А что эта выставка дает вам как предпринимателю? Как она повлияет на ваш бизнес? Это возможность попробовать свои силы, потому что все-таки это результат работы нашей команды, и дизайнера, и технологов, и моей как идеолога, и вдохновителя компании. Вот. Выставка дала возможность нам познакомиться с интересными людьми, заключить уже первые договоры на поставки, возможность рассказать потребителям, ну, московским просто жителям, посетителям, о нашем бренде, дайте возможность попробовать наш продукт. И мы очень рады за отзывы, за обратную связь и, в общем, полны сил и вдохновения. Это хорошо, Ольга, мы вас поздравляем. День еще не закончен, World Food продолжается, поэтому до вечера, я думаю, еще пару контактов появится у вас. Спасибо вам большое. Спасибо, вам удачи. Спасибо.